Всем доброе утро. У нас тут, блин, оладушный цех. Да, цех. Надежка. У нас кафе. А, мы в кафе, да? Да. Готовим? Здорово. В общем, Надя с тетей готовят блинчики. Мы с Ванюшей готовим оладушки. У нас блинчики будут с рыбкой, с Филадельфией. А оладушки будут сладенькие. Там, с вареньем, с йогуртом. Да, бабушка уже все унесла. Так, Анюта спит. У нас ни свет, ни заря. 10 часов утра. Мы встали уже давно. Все причем. Что такое? Обожглась? Нет, они не здесь. Пойдем, я тебе покажу, где они. Пошли. Там привезли камешки. Камешки привезли. Сейчас будут загружать нам вон туда. Такой целый мешок, сак. А? Смотри, какая машина приехала. Пойдем. Ничего страшного. Смотри, какая огромная машина приехала. Привезла камешки нам. А вот они. Вот это вот наш мешок. Вот этот. И цемент тоже наш? Нет? Вот, сейчас нам загрузят. Так вот, хоп. И все. Пойдем, там оладушки, наверное, приготовились. Нужно их доставать. Да. Побежали. Чтобы они не сгорели, правильно, сынок? Как ты хорошо знаешь свою маму. Скорее, чтобы они не сгорели. Так, давай, открывай. О, нет, не сгорели, красивые. Все, мы уже кушаем оладушки, блинчики на улице. Такая красота, у нас такая солнечная погода. Супер просто. Так что, всем приятного аппетита. Ты держишь свою сестричку на ручках, да? Да. Она тебя сейчас обслиняет. А у него тоже слюни текут. Нету. Нету? Нету? Ой-ой. Сынок, мы сейчас упадем. Ты смотри, что тут написано. Маленькая сестра. Я тебе потрогаю. Тяжелая? Нет. Нет? Она тебя щекотит? Да. А чего у него? Тебе нужно сесть на диванчик, и чтоб мама тебе могла... Ой, она его всего обслиняла. Смотри, довольная такая. Она кушать хочет, надо сейчас мне сесть. Тебя поели? Нет. Да. Проснулась красопета наша. Наша девочка. Анюта. У нее здесь классная игрушка есть, смотрите. Такая вот ромашечка с бабочкой. И она вся шелестит. Звенит, как погремушечка. О, пума пришла. Да? Красоточка. Красоточка. Что такое? Пумочка, что такое? А то, что лежит, улыбается. Да? Ты улыбаешься? А я здесь. Ваня уехал с Ванюшей к доктору на осмотр после операции. Вот. И скоро должны вернуться. Да? Как раз Анюта проснулась, так что я здесь. Мы немножко здесь полежим. Если она не устанет, пойдем вниз. Там коврик. Там еще полежим, поиграем. То есть я стараюсь, чтобы у нее менялось. Будь здорова. Там чуть-чуть, чтобы вот это вот все вниз не нести. Поиграем чуть-чуть здесь, и потом пойдем вниз, и там поиграем. Что-то на что-то другое засмотрелась. На что ты там засмотрелась? Куда ты смотришь?
Непонятно. Ну, расскажи что-нибудь. С Ванюшкой пришли на визит к врачу. А? Да. Да, ты будешь показывать, как ты носиком дышишь? Покажи. Ой, как классно. Ничего не мешает, да? Нет. Носик не болит, сопелек нет. А чем я? У меня заложен нос. Так у тебя тоже нету сопелеки? У меня они заложены. Ну, они у меня есть, но, короче, я приболел чуть-чуть, Ванюша. Но ничего. Как колбаса? Нет. Так как кто? Ты как оладушек? Ты как оладушек? Нет, я как папа. Ты как папа? Нет, я как Кашка. Кашка? Да, да. Ты обычно Кашку похож. Я на круг похож. На кого? На круг. На круг? Да. Ты пирожок? Нет, я на папочке на кораблика. На кораблик? Нет, ты оладушек. Нет, я дядя. Дядя оладушек? Нет, я дядя Макасиляка, а не коняка. Не коняка? Да. Не коняка. Посмотри туда. Глазиком вот сюда посмотри. Да не сюда, а вот сюда, вот видишь? Вот сюда посмотри. Вот сюда посмотри. Просто вот посмотри на эту дырочку. Вот, смотри. Еще посмотри туда. Еще посмотри. Ну посмотри. Ну еще чуть посмотри. Ну посмотри туда. Ладно, тихо, тут селенцы. Покажи, где селенцы. Селенцы. Покажи, как ты все потом умеешь говорить. Селенцы. Ребят, пока Ваня в больнице с Ванюшей, Вова приделал деревянные балки, то есть Вова сделал новое ограждение. Вот эти вот непонятные, некрасивые камни мы убрали, вот они. Стелим пленку и на нее уже будем добавлять грунта. Вот для того, чтобы, во-первых, чтобы балка не намокала, от влаги не портилась, и плюс там плитка же тоже, чтобы туда не попадала влага. Вот такой вот план. Я уже убрала светильники. Сейчас уберу вот эти вот круглые светильники. А вот и Ваня приехал. Он помощник приехал. Помощник приехал, да. И все засыпем, выровняем, застелим потом другим материалом. И сегодня вот камешки. Ваня немножко другие заказал. Вот, но эти тоже красивые. Такие прям классные камешки. Я хотела более обработанные, да, более гладкие. А Ваня выбрал такие. Но они по цене были хорошие. Но они тоже очень красивые. Вот, и будем потихоньку сегодня засыпать. И будет преображаться у нас наше все, наши клумбы. Вот эта клумба и вот эти вот две. И вот эту сегодня, скорее всего, делать не будем, потому что нам нужно посадить третью пальму. Ваня сегодня съездил в наш садовой магазин, но не было вот такого роста. Были только гигантские, но мы не хотели гигантскую. Она дорогая, 200 евро стоит. Такой большой, как, наверное, как этот зонт. Вот, мы хотим вот такие, чтобы они потихоньку росли. Четвертый все-таки лишний, да, оказался? Ну да. Ой. Так что работа у нас кипит.
Наконец-то мы садимся кушать. Все безумно голодные. Все были заняты своими делами. В общем, сели и вот сейчас будем есть. Да, наконец-таки. Что я... Наконец-то мы будем есть. Да. Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Да. Потом про Ванюшку расскажу, как мы ходили с ним к врачу. Ну, все супер. В целом. Аккуратно. Я люблю мои детки. Кто игрушечку завалил? Нет, так вот, так сверху не надо, Ванюш. Не надо. Так вот. Мои любимые. Мои любимые. Ку-ку, ребята, все уехали, так что мы тут с детками играем. Мы уже скоро купаться, мыться. Вау! Ты в моей шляпе? Ничего себе, какой красавчик! Вау! Ой, какое у нас зеркало чистое. Классно, да? Да. Такой ход и красивый. Обнимай. Ты ее любишь? Да. Да? Еще как еще ботинка. Ух ты, это что у тебя такое? Пожарная машина. Вау. Ух ты. Здорово. Ребята, у нас уже сумерки. И... и смотрите, как у нас красиво. Просто кайф. Слушай, ну с белым смотрится, а? Огонь. Да. И еще смотрите, столбики. У нас новое освещение на столбиках. Класс. Просто так атмосферно, так классно все получается, мне так нравится, супер. И внизу тоже светится. Да, видно, вот. Класс. Ну вот так вот маленькими шажочками потихонечку будем наводить. Просто кайфец у нас тут. Пока-пока.